Прошлой осенью BMW шокировала публику концептуальным купе 4-й серии с фирменной решеткой радиатора небывалых размеров. И вот развитие темы. Вслед за другими производителями BMW показывает свой концепт i4 не на стенде Женевы, а по интернету. Конечно, перед нами предсерийный электромобиль, но техника тут вторична. И даже не потому, что новая модульная электрическая тележка отчасти унифицирована с уже готовой платформой Clark, а потому что концепт i4 представляет новый фирменный стиль марки BMW. Поэтому постараемся привыкнуть к новым ноздрям и фарам. Технически электрокар вообще не нуждается ни в какой решетке радиатора. На i4 за ней попросту спрятаны датчики систем безопасности. Попутно i4 презентует новый логотип BMW. Кольцо вокруг пропеллера теперь не черное, а прозрачное. О спортивном духе BMW напоминают кресла с интегрированными подголовниками. Но сам профиль, тканевая отделка и декор из розового золота относят нас совсем в другую эпоху, где водитель выбирает не настройки силового агрегата, а режимы опыта. Смена их влияет не только на езду, но и на окружающую подсветку и графику приборов. Технические характеристики были отчасти известны заранее, но для будущих серийных машин это только общий ориентир. Здесь тяговая батарея, которая весит чуть больше полутонны, сделана особо тонкой. А вообще платформа позволяет строить передние, задние и полноприводные электромобили с количеством электромоторов от 1 до 3. Серийное производство BMW i4 начнется примерно через год на головном заводе марки в Мюнхене.